Вроде бы час пик, а метро такое пустое. В Сан-Паулу в это время не протолкнуться метро. Заходите в любой вагон. По мне так мы не опаздываем, там не так много ехать. Метро крысиным ядом пахнет, это неприятный запах, это крысиный яд. Thank you.
около двери буду стоять. Я около двери, чтобы снимать видео. Să ierăm de caz de manier, așa este în ochi, scurisiu. Aí eu acho que o meu para aqui embaixo. Nossa, eu já vi esse. Tenho a última semana.
Fala o nome das estações aqui, não? Ah? E em São Paulo comentam nomes das estações, aqui não comentam. Ah, não. Esse o vagão não tá emitindo sinal, não. Já tá mais. Pois é. Os outros podem, né? Mas esse aqui, né? Não tá falando. Só para cariocas, que sabe de qual parado vai ser. É. Thank you.
No, Uruguay. По правилам португальского языка, если у колени указано, ставится на предпоследнюю гласную. Конрадо. Конрадо, на Вагарине. Это там вот я как раз по побережью проезжаю, тут наедет по второй. Мы сейчас наоборот выйдем на поверхность. Я говорю, я на автобусе этот участок проезжал, метро первый раз. По побережью он красиво едет. Thank you.
Если у вас что-то не получается, могу работника метро позвать, чтобы они помогли. Я там пройдусь, я слежу за вами, где вы находитесь. Тоже нужно соображать. В центре города бы я не ходил, так не снимал. Здесь народ богаче ему. Поспокойнее ко всему этому относится. Thank you.
Aí vai cair no seu prato.